была возможность его хоть увидеть. Судебное заседание проходило по видеоконференц-связи. Мы его хоть увидели, альхамдулиллях, он чувствует себя хорошо, в принципе. На здоровье как бы особо жалоб не было. Результат данного судебного заседания, к сожалению, стандартный и ожидаемый. Решение оставлено без изменения. Завур продолжит находиться в следственном изоляторе. В подготовительной части судебного заседания было выяснено, что Завур не получил копию моей апелляционной жалобы. Собственно, он вообще не знал, что за процесс состоится, какой процесс состоится, ну и был к нему абсолютно не готов. Был еще один момент. Представитель средств массовой информации заявил ходатайство о том, чтобы он присутствовал в зале судебного заседания и просил предоставить ему возможность осуществления фото и видеофиксации. Суд заявил, что он ходатайство удовлетворяет, однако без, опять же, без выяснения мнения сторон отказал в фото-видеофиксации. Когда я, как защитник, повторно заявил это ходатайство, ходатайство, собственно, даже не рассматривалось. Что касается здоровья Завура, напомню, что у него есть ряд хронических заболеваний, в том числе гипертония и сахарный диабет, то в настоящий момент все, если можно сказать, более-менее хорошо. То есть родственники передали ему лекарства, так как в медсанчасти СИЗО никаких лекарств нет. Ну и, собственно, используя эти лекарства, он пытается более-менее поддержать свое здоровье. Всем передает большой привет и не падает духом. Спасибо.